Ежегодный двухдневный международный форум креативных индустрий стартовал в Алматы. Представители сообществ всего Центральноазиатского региона собрались на масштабной диалоговой площадке. В этом году в форуме принимают участие свыше 100 отечественных и международных экспертов из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Кореи и так далее. На повестке дня возможности и предстоящие планы креативной индустрии Центральной Азии. Двухдневный форум включает в себя пленарную и панельную дискуссии, выставку, инсталляцию инновационных и креативных работ художников и участников, а также лекции, мастер-классы и ярмарки прикладного искусства. В сфере образования очень идет активная работа по креативным индустриям. Внедряются новые магистерские программы. Сейчас активным образом идет работа в регионах. Регионы начинают уделять внимание креативным индустриям, креативной экономике. Что это такое, как ее развивать, каким образом. Алматы, как центр креативных индустрий Казахстана, расскажет все лучшие кейсы, которые она внедрила